решили начать с чистого листа и пойти по пути, действительно, сначала спросить у местных жителей, хоть проект предыдущий был разработан в 2016 году, но, тем не менее, мне кажется, понять тот контекст, который здесь есть сейчас, то, чем живет здесь сейчас, никто лучше местных жителей не знает. Хотим максимально прийти к тому, что было раньше. Мы изучили очень много исторических справок, смотрели очень много фотографий исторических и пришли к мнению, что можем вернуть максимально вид, который был тут в далекие времена. Наша идея была в том, чтобы создать красивый, очень впечатляющий сквер, имеющий открыточные виды, который был бы сочетал в себе гармонию деревьев, кустарников и архитектурного объекта, уникального архитектурного объекта, как вот собор Петра и Павла.